прислали. У меня в заначке таких фотографий несколько тысяч. И я каждый раз стараюсь вам что-то преподнести. Вот. Это очень важный момент. Смотрите. Скажете, нормально? Вот косточки, нет, как это называется, не кожура, а это, в коробке, лежат наверху, значит, он не был закопан. Так. Но его выдавило как? Есть такой вот там, он вот так вот, есть такой рычаг, но это мы проходили. Помните? Лежит, даже не так, этот упирается в землю, и вот так поднимает косточку в вертикальное положение, она разламывается. И вот посмотрели, вот в семидоле чуть-чуть земля. Ну, елки-палки, а это абрикос, это мой абрикос. А через 2-3 года он умрет. А такие случаи есть. И вот такими фотографиями для меня это находка, это для будущей книги. Есть крайний случай. Что такое крайний случай? Сразу сгнил, например, глина, да? Есть, эта земля не глина, но это все-таки суглинок, это я вижу, вот. Я чувствую шкурой, только что она немножко подсохла, да? Вот. Продержится, может, даже 5 лет, может, 3 года. И, скорее всего, дальше она не сможет. А потом скажут, вот, один из вас, вот, не помню, я запоминаю только ключевые слова, ключевые фразы. Замерзли, я уже 3 раза его поправлял во время телефонного разговора. Да не замерзла, вы же сами сказали, что... Под снегом все, снег был вовремя, все, под снегом не замерзает, да еще абрикоса, только сопревает. Поговорит, а он замерз, он не доказывал, а просто по инерции слово замерз произнес 3 раза, вспоминайте, друг. Вот. А оно на самом деле, как может абрикос под снегом замерзнуть? Только сопреть. А вот это вот тайна, что в семидоле должны быть над землей, а под ними только корешок. Под ними. Но здесь, в сухих местах, может и 5, и 10 лет прожить. И даже урожай получать. Может. Может быть, здесь чуть-чуть аккуратно раскопать потом, после этого вебинара. Ну, снимку уже 2 года. Но я называю одну из причин, потому что по телефону мне все время приходится на пальцах объяснять языком. Поняли, да? А этот же человек, кажется этот, потому что 2 фотографии у меня рядом лежали в этом. Как называется, в архиве. Посмотрите, красота какая, да? Посмотрите, схожесть какая. Посмотрите. Это человек-волшебник. А вот здесь семидоле нормально. Ну, я придираюсь. Ну, что мне делать, когда вот, зараза, положи сверху, я вам фотографию показывал, а там 3 или 4 с 20 взошло, когда просто лежали сверху. Маловатенько. Ну, здорово, да. Я и любуюсь этим делом. Ну, ты уже на грани, ну такой, что, ну, этим абрикосом лет 10-20 суждено прожить. Ну, пересадка спасает. Во, пересадка. Все, я уже боюсь повторять. Пересадка спасает. Или вот эта фотография, она сделана не мной, один из моих учеников. Это не... Фотография – это находка, это шедевр. Это шедевр ученической науки для университетов. Помните эту даму? Неудобно уже фамилию называть, даже ночью не буду называть. Нет, все-таки закапывайте на 5-6 сантиметров. Только потому, что в книге уже напечатала, уже все. Теперь надо за этим держаться, за это. А Антон Валерьевич, вспоминайте. Ваше письмо к ней. Я пишу от имени 1000 подписчиков. Вот, Железов утверждает, что вот это должно быть, да? Вот это. Вот. А вы в книге пишете про 5-6 сантиметров заглубления. И все-таки это сам. Нет, бы сказать, но ошибалась я. Никогда. Теперь до самой смерти. А вреда-то сколько от этого? А почему мне должны верить, а не кандидату наук, который считается ведущий абрикосовод России? А теперь вот эта фотография, она все развинчивает это. Смотрите внимательно. Человек закопал, это его фотография, это его рисунок, его рукой сделан. Вот так было закопано. Когда он взял и прочитал мою статью,
это было, наверное, давно, а может быть, фильм, но, скорее всего, еще статью. Он взял своими ручками и раскопал. Копал до корней. Вот, видите, тут написано корни, вот, вот его с красными чернилами. Корни. И уже когда раскопал, и у него здесь пошли побеги, он и не успел. Обратите внимание, земля, песок сухой. Вот что спасло его. Вот там бы, вот тут вот, уже бы нет. А здесь спасло. Он же сразу не молодой. Может, ему года два. Явно не, нет, не годовало. Может быть, три. И у него на еще не сгнившем основании штамба пошли веточки. А? И почему я должен воевать с, это самое, с человеком, который является важнейшим сотрудником этого ботанического сада, который везде и всюду печатается? Про железо он напечатал, не называя фамилию. Знаете, как в журнале? Ой, как она написала. Вот. Не верьте там сибирякам, которые там т-т-т-т. Ну, имела в виду ясно кого. Единственное, кто воюет с официальной наукой. Вот. Потом, правда, ему написала Сапронова. Не, я не железо имел в виду. А кого? Ой. Вот это важно. Это для учебника. Для будущего учебника. Потому что нас с вами, легион, мы должны сами.